Дорожный полицейский сегодня как Дед Мороз. Его задача не поймать нарушителей или наказать водителей, а поздравить мужчин. С 23 февраля водители автобусов, такси и учебных машин под раздачу подарков попали все. Первый раз он вас, наверное, сотрудник ГАИ останавливает, да? Надеюсь, что последний. Правила не нарушайте, когда на водительской сдаете. Сегодня мы вас 23-м поздравляем. Это вам, вашему будущему автомобилю. Ну и желаю успехов, сдачи экзамена. К сотрудникам ГИБДД водители относятся настороженно и из своего транспортного средства, как правило, выходят напуганными. Который тронулся с места, блин, и забыл этот ближний свет включить. Ну, бывает, как говорится, по забывчивости. Думал, что штрафуют, но, конечно, рад, что так получилось, что эта акция как раз проводилась. Подобные акции сотрудники ГИБДД называют пряником своей работы, так как они улучшают не всегда положительный имидж дорожных полицейских. Мы не только штрафуем, но проводим акции, связанные с профилактикой нарушений. И вот, например, сегодня мы не только поздравляем водителей и дарим им подарки от наших спонсоров, но также мы им напоминаем о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, о том, что впереди праздники и чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии. Это тоже своего рода профилактика. По негласной традиции, женщины на 23 февраля дарят своим любимым мужскую косметику. Сотрудники ГИБДД дарят защитникам Отечества средства для их машин – автокосметику. У водителей сразу появляется праздничное настроение. Хочу поздравить всех мужчин и их родственников с наступающим 23 февраля. И всего-всего самого наилучшего, чтобы было все хорошо. И почаще проезжайте мимо таких мероприятий, которые вот бывают проводят сотрудники ГИБДД. Очень приятно, признаются сотрудники ГИБДД, видеть радостные лица водителей и слышать приятные слова в свой адрес. Это такая редкость на дорогах. Чаще люди едут смурные и недовольные. Сотрудники ГИБДД сегодня дарят им улыбки. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.